серия Spellforce зарекомендовала себя как удачная смесь простой RPG и RTS. При всем при том, все игры серии обладали фантастически красивой графикой и классным сюжетом. Первая же часть, Order of Dawn, собрала огромную армию поклонников. Создавая Shadow Wars, разработчики решили еще больше расширить круг потенциальных покупателей, кое-где сделав игру легче, а кое-где и вовсе сведя ее до примитивного уровня. Но сначала о сюжете. Народ нашего героя – вечные изгои, живущие вдали от цивилизованных земель. Прародитель этих людей в свое время обрел бессмертие, смешав свою кровь с кровью спасенного им дракона. После этого он ушел на войну с богами, которую вскоре проиграл, однако убить его так и не смогли. Хитрец до сих пор живет в душах своих потомков, он подкрепляет их самые темные страсти и готовится в один прекрасный момент вернуться в мир живых. Из-за этой душевной связи народ главного героя не жалует войны света. Впрочем, перед лицом новой опасности заносчивым расам придется объединиться. На цивилизованные земли надвигается орда темных эльфов, объединивших силы с тенями. Кто не спрятался, сам виноват. Впрочем, основной квест по спасению мира отходит на второй план уже через пару миссий. У героя и так забот полон рот. Игра густо насыщена второстепенными заданиями, которые нам выдают буквально на каждом шагу. Как правило, они сводятся к убийству монстров или добыче нужных предметов, но попадаются и более оригинальные. У каждого героя есть набор характеристик и способностей, которые растут по мере прохождения. И если характеристики вроде здоровья и маны повышаются автоматически, то выбор боевых и магических способностей лежит на наших плечах. Обдуманно развивать можно только главного героя. Второстепенные персонажи растут в уровнях сами. В игре полным-полно волшебных шмоток, которые герои отыскивают на своем пути, а находят они их очень часто. Настолько часто, что становится непонятно, зачем в игре нужны торговцы экипировкой. Магическая система сильно изменилась. Теперь персонажи сами выдумывают заклинания по мере прокачки. Обидное ограничение. Второстепенные герои могут использовать лишь 3 заклинания одновременно, при том, что в бою их требуется гораздо больше. Изменения коснулись и стратегической составляющей игры. Прежде всего, разработчики уменьшили количество ресурсов. Вместо 7 нам оставили всего 3. Да, и структура застройки базы стала значительно проще. Вместо развернутого древа зданий у нас осталось всего несколько основных построек. Мы, конечно, понимаем, что такое облегчение понравится неопытному игроку, но ветераны прошлых серий вряд ли будут от него в восторге. Зато добавилась приятная фишка. Создавая рабочих, можно сразу указать, какой ресурс они будут собирать за базой. Но хватит сидеть на базе, пора на деле опробовать солдат, которых мы так долго клепали. В сражениях игра не требует от нас чудес тактики и стратегии, достаточно обвести юнитов рамкой и отправить их на врага. Пока бойцы машут мечами и стреляют из луков, герои совершают спецприемы и создают разрушительные заклятия. Веселее всего сражаться с крупными уникальными монстрами. Забавно смотреть, как наши воины, словно муравьи, отчаянно пытаются завалить огромного босса. Доработан и интерфейс. В частности, на мини-карте теперь отмечаются места, в которых выдают квесты, так что больше не придется рыскать по всему уровню в поисках задач. Удобнее стало отдавать приказы. Специальной кнопкой подсвечиваем самого сильного монстра во вражеском отряде и выбираем, кого из наших ребят отправить сражаться с ним. В целом игра проходится очень бодро. Сюжет все время держит игрока в напряжении, второстепенные квесты еще пуще вовлекают нас в игру. Жаль только противник не блещет умом, он берет численностью. Под конец Shadow Wars у нас не будет ни минуты покоя, придется постоянно отбивать волны наседающего врага. Как итог, мы получили симпатичную игру, которая стоит предыдущих частей серии. Обидно, конечно, за некоторые упрощения, но хуже от этого Shadow Wars не стало.